Добро пожаловать, друзья. Это Elite Dangerous, и у нас снова анаконда. В этот раз ставим орудия. Все улучшенные, с разными модификациями. Сейчас все покажу. Значит, в гигантский слот стоит орудие дальнобойное снаряда большой мощности. Вот все параметры видно. Кому интересно, ставьте на паузу. Стоковая внизу стоит. Далее сверху термический залп дальнобойный, то есть это на нагрев корабля. Дальше снаряды большой мощности усиленные. Вот эти две одинаковые второго размера. Термический залп обе усиленные. И в два малых слота поставил, значит, многоствольное орудие. Одно увеличенный магазин с коррозией, второе зажигательное усиленное. Ну, то есть, как они стояли, я не стал их снимать. Есть орудие. То есть, если посмотреть. Так, вот это у нас. Где тут? Вот так посмотрю. Вот, вместительный магазин. Это разъедающие снаряды. Вот сюда. Есть две штуки. Ну, то есть, чутка урона 11%, бронебойность побольше. Как-то, ну, не захотел я ставить. Либо вот такая есть рассеивающее поле. Не захотел я менять их, пусть будут стоять мультиканально. Ну, ими я буду пользоваться, то есть после того, как снял щит. И, значит, пострелять, чтобы забросить негативный эффект на корабль. Вот. Ну, а именно коррозию. Так, ну что ж, вылетаем, постреляем, кого-нибудь убьем. Так, и мы на месте. Пристегните ремни. Всем приятного просмотра. Значит, сразу выпускаем непись нашу. Достаем оружие. Вот, ассалт щит. Сразу первая жертва у нас нарисовалась. Значит, энергию распределилось везде поровну. Орудия не так много, по-моему, потребляют. Ну, сейчас посмотрим. Разный у них момент, ну, скорость стрельбы. То есть, получается, дальнобойные, они, ну, бьют дальше, и снаряд летит быстрее. Поэтому точка упреждения ближе к самому кораблю противника. Ну и вот как-то так. Непись его ждет там. Все, дожгли его. Ну, я не в одиночку, там еще кто-то его херачил. Так, вот это ганшип. Ну, наверное, копает. Привык, что они копают. Да, стоит на месте, скорее всего, копает. Да. А, вот, Ферделанс-то был. Так, дропшип, ну-ка. Тоже копатель, похоже. А, нет, летит куда-то, не копатель. Ну, давай его. Вот, километрик как раз. Все. И щита нету. Оп. Разоцепил. Вот, дебаф висит. И шмаляем еще. Готово. Слушай, хорошо уходят они. Хорошо. Где? А, ну вот, Ферделанс, давай. Федю. Федя точно не копатель. Два в крыле, а если у них модуль выбрать? Далековато, 5 километров. Бустанем. Хочется анаконду, она не так быстро разлетается. Посмотреть, вот насчет дебаф как проходит. Щелк. Далеко.
Одно в движухе мы так не попадем. Он маневрирует. Надо, чтобы он застыл маленько. Давай, шманем. Не попали. Вот сейчас попали маленько. Готово. Быстро. Быстро разлетается. Ну, конечно же, боекомплект маленький. Вот клиперек есть. Прямо где-то рядом с нами крутит. И пошли снаряды. Раз. Два. Фольга вышла. Два километра. Далеко уже. Даже три. Почти три было. Уже далеко для этих пушек. Блин, а забыл опять пулеметиком пострелять. Ну, по мелочи, мне кажется, этих пушек вообще не вариант. Давай посмотрим бетон. Ну, он что-то возле астероида там трется. Чистый. Вот в розыске. Тоже с фольгой. Ладно, пускай стреляет. Сейчас щит поставил с термической защитой. Очень неплохо держит вроде как. Так, вот пулеметиком. Вот дебаф на нем повис. И шмаляем еще раз. Да что-то не знаю. Что-то эти эффекты негативные, по-моему, не особо рулят. Я имею в виду вот коррозию эту. Хотя сразу так и не поймешь. Мы, видимо, опять, как в тот разок, не туда залетели, не в тот пояс. Хотя вот еще ганшип какой-то. 7 километров. Ну, тоже больно спокойно он стоит, да? Копатель. Да, похоже, мы опять тут, хотя вот 4 километра, давай пролетим вот до точки, до этой. Ну, конденсатор не так сильно они выжирают, как я понял, я смотрю, то есть не было проблем с тем, что ждать, пока он зарядится. Где же все-то? Так, вот еще питон. Ну, очевидно, копают тоже. Давай перелетим в другой пояс.
сюда. Так, анаконда нету. А если издалека, интересно? Ну вот так вот я шмальну, 2,5 километра. Неплохо щит-то ему покоцало, неплохо. Все, вот мы на него навесили дебаф. Вроде работает эта тема. Вроде работает. Вот стервятник нет был, ну-ка. Да, нет. А, это федеральный корабль, скорее всего, какой-то. Да, федеральный агент. Что-то тут тоже кисло по кораблям. Вот туда 7 километров сейчас пролетим. Одни транспортники. Вот где искать корабли? Как сейчас фармить? Я не понимаю, куда все подевалось. То есть нас вынуждают теперь, получается, в варзонах фармить, где, в принципе, если без задания, то там ловить-то и нечего, там, только по квесту. А их так оплачивают, что как бы не хочется даже заморачиваться. Не, можно, конечно, транспортники сейчас гасить начать. Вообще никого нет. Давай игла вот этого гасанем. Щелк. Не попали, он изменил направление свое. Сразу не попали. Ну, вообще не вариант, по-моему. И все, он сейчас кружится будет. Давай непись на трайн на него пускай херачит. Готово. Так, вот есть АСП, ну-ка. Он нас сканирует, похоже. А значит, преступник. И даем залп. Щит не сняли с первого залпа. И дружок у него здесь на салфете. А их трое там даже было.
Так, похоже, модулю, что ли, мы ему сломали. Все, он встал-то. А, силовую установку мы его выбили. Он сейчас этот сделал ремонт себе, да. И в силовой там добавилось несколько процентов у него. Ну и все, готово. То есть это вот эти вот со снарядами большой мощности, видимо, это они так работают по модулям. То есть они попадают по кораблю, пробивают броню и, видимо, внутри взрываются. Два курьера вот. Это они нас сканировали, я так думаю. Ну, троица у них тут летает. Ну, давай шмальнем разок. Ракетами, смотри. Да, трудно перекрутить курьера. Готово. И вайпер с ним, дружочек. В общем, по мелочи, с орудиями фигня это получается. Они постоянно двигаются, а, ну как получается, что меняется точка упреждения, то есть когда он стоит на месте, да, можно попасть. Как только он меняет свой вектор, все, уже ты не попадаешь. Файтер у меня уничтожили. Так, есть еще один. Так, ну чего? Вот что-то покрупнее есть. А, вот тут нас еще один атакует, курьер. Ну это курьер тупил. Если бы он маневрировал, очень трудно было бы по нему попасть. Ну вот сейчас ганшип. Вот с ним попроще, я думаю, будет. Фольгу пустил.
На трайм непись. Не прокатил пулеметик, у нас не попали. Ну, корпус хорошо вот этими орудиями сушит, замечательно. Мне вот интересно, если их на скорострельность бы сделать орудие, наверное, еще веселее будет. Если их много навешать, это получается как с одного большого дробовика захаешь. И все, кораблей нет рядом. 9 километров мы отдалились, давай туда немножко подлетим. Так, я не обратил внимания на капаситор, сколько они идут. Можно, наверное, вот так убрать с него, пострелять, сколько будет тратиться на залп. Стоял, исчез. Вот он. Два друга там опять. И все, вон 12-16 нарядов, 10 осталось. В общем, маленький боезапас-то. То есть за один залп, получается, съедает вот одного палку капаситора. Ну вот, игл сразу сдох. Так, ну что ж, подведем итоги. Штука веселая, но по времени, конечно, зарядов мало. Мало зарядов. А так прикольно я пострелять. Снимает быстро как щит, так и корпус. Ну, по мелочи, конечно, ей работать некомфортно. То есть будешь промахиваться из-за того, что ну, мелкие корабли очень быстро меняют вектор движения своего. А здесь выстрелы на упреждение. То есть если на близких дистанциях, может быть. Но далеко это уже не попадешь никогда. Ну, а на этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. И всем пока.